Политическая партия «Шанс» выиграла дело в Высшей судебной палате. ВСП удовлетворила иск оппозиционной партии, аннулировав предыдущее решение апелляционной палаты Кишинева. Об этом сообщил лидер партии «Шанс» Алексей Лунгу. Теперь дело направлено обратно в апелляционную палату на пересмотр, которая ранее не нашла нарушений в действиях властей при снятии партии «Шанс» с предвыборной гонки на местных выборах. В этой связи Алексей Лунгу выразил надежду, что на этот раз суд проявит больше мужества и объективности по данному делу. Партия «Шанс» спорила в судебном порядке решение комиссии по чрезвычайным ситуациям от 3 ноября 2023 года, которым все кандидаты данного политформирования были отстранены от участия во всеобщих местных выборах. Лидер партии «Шанс» Алексей Лунгу подчеркнул особо, что этот административный акт КЧС был немедленно оспорен в суде. Однако после необоснованной задержки апелляционная палата Кишинева 30 ноября 2023 года признала иск, поданный партией «Шанс», неприемлемым. Данный вывод первой инстанции является неправомерным и незаконным. Было доказано, что распоряжение КЧС относилось исключительно к кандидатам, выдвинутым именно политической партией «Шанс». Партия «Шанс» является электоральным конкурентом. Именно политическая партия «Шанс» выдвинула этих кандидатов, и именно партия «Шанс» была внесена во все избирательные бюллетени. Именно политическая партия «Шанс» имеет право оспаривать это незаконное распоряжение. В настоящее время дело должно быть повторно рассмотрено по существу в апелляционной палате Кишинева. И мы надеемся, что хотя бы на этот раз суд проявит больше мужества и более объективно рассмотрит дело в строгом соответствии с конституционными нормами и с соблюдением принципов верховенства права и демократии. Напомним, решение об аннулировании регистрации всех кандидатов от партии «Шанс» на местных выборах Национальная комиссия по ЧС приняла по запросу СИБА за 2 дня до даты голосования. А именно 3 ноября, в свою очередь, Центральная избирательная комиссия незамедлительно проинформировала о решении КЧС все избирательные бюро, а избирательные участки обязала проставить напротив кандидатов от партии «Шанс» штамп «Отозван».